Друзья мои, привет! Ну что, очередное видео расхламление. Вам уже надоело? Ничего, терпите. Терпите, потому что Габи расхламляется. На самом деле, после нас, когда мы ездили домой, ой, это было так круто, это было так классно. Мы 4 дня были дома. Было очень круто. Не поверишь, иногда, знаете, поехали домой на 4 дня, вроде ничего дома, нечего дома делать, как бы дом, стены, тихо, никого нету, но было так классно, так круто. У всех было как-то, не знаю, место. Мы так устали от того, что у нас здесь нету места для нас пятерых в этих 2 метрах. И было просто очень круто. Вот, но вместе с тем, вы уже меня все знаете, я просто расхламила все, что я могла. Я расхламила свою одежду, я вам показала в прошлом видео. Кстати, я сняла вам апдейт прошлого видео в конце видео, а после того, как сняла, посмотрела еще раз, несколько раз свое видео, даже сделала шортс, то есть у меня было 12 рубашек, сделала шортс из 12 рубашек и поняла, что еще 2 рубашки, от них хочу избавиться. Зимняя такая голубая, она как-то вообще сидит чересчур объемно, странно, непонятно. Я от нее избавлюсь, когда вернусь домой. И летняя полосатая, в которой полоска очень сильно выделена. Если у меня еще эти ролики сохранились на телефоне, я вам вот два ролика вставлю. Посмотрите, вот эти 2 рубашки, я от них еще решила избавиться. То есть того получается, что из 12 рубашек я избавилась от 5. Вот. Не стала искать способы их уметь носить. Это совсем, знаете, не для меня. Я, когда начинаю себя некомфортно чувствовать в одежде, начинать искать способы, как это носить, это еще более доставляет мне дискомфорт. Вот. И помимо этого выбросила из дома, в общем, вы не представляете, сколько игрушек детских ненужных, старых, разные какие-то разломанные, какие-то вещи, которые испортились за то время зимы, что мы там не находились, куда-то вода залилась, что-то покрылось какой-то плесенью и не смоглось отмыться, очиститься. И дети, вещи, которые им уже не нужны, и, в общем, и обувь. Позапрошлое видео я вам показывала, избавилась от много обуви, которую больше не хочу носить, которая уже износилась, потому что многие мне написали, обувь хорошая, ты просто так избавляешься. Нет, ребята, я не избавляюсь ни от чего просто так, я избавляюсь по каким-то своим критериям от много чего, но не просто так. Вот, в общем, мой дом стал... И так мой дом достаточно минималистичен в моем использовании, в нашем использовании, потому что я люблю, чтобы мы использовали по максимуму всего. То есть, если у меня есть, не знаю, там, X вещей, я хочу использовать 95%. Да, всегда будет этот процент, который мы менее используем, но я хочу как больше использовать. В общем, я перечислила дом, много чего вам не показывала именно в плане расхламления. Ну, не знаю. Не все интересно смотреть, как я там разгружаю игрушки детские. Ну, в общем, из дома я вытащила таких, знаете, больших зеленых мусорных мешков, где-то мешков 10. И на улице мы почистили все, что не нужно было, выкинули. И в сарай наш зашли, я там почистила, хранила разные вещи, которые не нужны. Вот. А что мы будем делать с вами сегодня? Сегодня будем с вами чистить кисти. Я, в общем, вообще отработала, делала людям зарплаты, но мне надоело, я решила остановиться. Я собрала с дома, кроме кистей для глаз, я вообще кистями для глаз не особо пользуюсь, но они у меня есть, у меня прям их штук 20 есть. Не, наверное, штук 20, меньше, штук 15-12 для разных использований. Я ничем не пользуюсь, и оно так и осталось дома, я ничего это не трогаю, потому что я не знаю, что туда выкидывать, не выкидывать, а вдруг когда-то понадобится, поэтому это мы оставили. Но кисти в макияже — это одна из тех вещей, которые я очень люблю, очень активно использую. Использую их много, потому что я никогда не пользуюсь грязной кистью 2-3 раза. То есть обычно, вот, например, сегодня я использовала такую кисть. Вчера ее тоже на самом деле использовала. Но значит, сегодня я ее буду уже мыть. То есть завтра я уже использовать ее не буду, потому что, во-первых, пыль. Во-вторых, у меня лицо склонно к высыпаниям. В-третьих, мне просто это некомфортно. В-четвертых, я не люблю тыкать грязной кистью вовсю пудровое, хотя у меня есть спрей с 70% алкоголем. Можно попшикать на любое средство и как бы продезинфицировать. В общем, я люблю чистые кисти, их поэтому очень активно всегда мою. И я не люблю мыть кисти, поэтому у меня для каждого действия, да, там, для тональных средств, для этого всего было, есть по несколько видов кистей. Что я сделала? Я собрала все кисти, которые у меня есть, они у меня лежали немножко в другом пауче, который тоже испортился, начал весь такой Зоива, помните кисти Зоива? У меня был такой большой пауч, а он весь потрескался, я его выкинула. Вот, и нашла у себя дома вот такой вот фурлы, подумала, все подойдет. В общем, все мои кисти здесь.
и вот то, что стоит в стаканчике. Это все, что есть в моем арсенале. И сегодня мы с вами это просто вот сейчас все выложим. Я ничего дома не разбирала, я просто все сложила, привезла сюда. Да, лишний груз сюда, потому что здесь хранить негде. И мы сейчас с вами абсолютно пройдемся, посмотрим вообще, что, как, зачем и почему. И да. Так, что же мы будем делать? Мы сейчас, смотрите, мы сейчас поставим кору. А, у меня еще есть, смотрите, у меня еще есть такой мешочек. Тут тоже есть кисти. Вот. Давайте сейчас я просто вас еще отодвину подальше. И я просто вот это вот сейчас разложу здесь. И мы с вами, буду показывать себя, наверное. Я вам сфотографирую, что я здесь раскладываю. И мы с вами сейчас это все обсудим. Так, не падать, не падать, не падать. Окей, я все разложила перед собой. Из стакана не падать, и все упало. Главное, когда они падают, чтобы они не бились. Ну, конечно, не биться, как можно у меня не биться, но вроде не побилась. Так, разложили. Сейчас из стакана из этого я тоже все выпишу. У меня аж интересно, сколько у меня их есть. Стакан ставим. И из этого мешочка я вытащу. Здесь на самом деле 5 кабуки одного и тоже. Одного и того же. Сейчас я быстро посчитаю, сколько у меня есть кистей. Восемь кисточек для макияжа для одного человека. Для каждодневного использования тональника и пудры и чего-то еще. Это нормально? Это нормально. Так, в общем, ну сейчас мы все будем это как-то разбирать. Как мы с вами это будем делать? Не знаю. Давайте так. Давайте начнем с того, наверное, проще всего, чем я сейчас пользуюсь, да? Нет, давайте так. У меня есть единственная кисточка. Давайте, вот это легкая. У меня есть единственная кисточка для бровей, он говорил. Я сейчас поменяла на новую. Это MAC, да, MAC 204. И я недавно себе купила такую кисть для консилера, наверное, из всего этого арсенала. Она единственная, и она мне служит и консилером. И когда я хочу нанести какие-то тени более активно, знаете, я вообще человек, который тени не очень любит, а когда я хочу их нанести в виде, не знаю, там, например... Например, возьмем, к примеру, просто. Вот у меня здесь есть румяна. Я вот просто, знаете, беру, наношу вот эти вот румяна. Да. И вот так вот как бы наношу тени. Это у меня и консилер, и для теней. Зачем мне дома целая куча кисточек для глаз, я не знаю. В общем, для меня это вот так вот. Это мое использование, поэтому эти две кисти у меня остаются, плюс они новые. А я очень хотела попробовать эту кисть, я уже сказала, это Hourglass, это их для консилера, так она называется. Я хочу попробовать для тона их кисти, но еще руки не дошли, и я не уверена, что мне надо, поэтому это так. Это так. Теперь давайте... Возьмем все кисти для тона, что у меня есть. У меня есть всего по 2 штуки. Потому что так, чтобы солить можно было. 2 одно и то же. Bobbi Brown. 2 одно и то же. Real Techniques. Это у нас Expert Brush. Потом у меня есть просто очень давняя 02 Tom Ford. Это еще у них натуральный Force. Force сейчас у них искусственный. Потом у меня есть достаточно новая BK Beauty. 101, который до сих пор не возобновили доставку в Израиль. Очень странно, все с Америки посылают к нам вообще без проблем, я все заказываю, все, что только можно. А у них конкретно их, с кем они работают, да, доставка, это какой-то местный DHL, это как называется, DHL Express, Demand, blah, не знаю, как-то. Они не доставляют в Израиль. В общем, они отменили пока временно доставку в Израиль. Меня это раздражает. Вот, BK Beauty, потом у меня есть две кисти для тона 100, номер 100, Foundation Blending, Foundation Blending Brush, это у нас IL Макияж, это израильский бренд, но он также американский. Потом у нас есть, сразу чувствуете, что у нас для тона много чего есть. Так, потом у нас есть Blender, это у нас The Westman Atelier, самая дорогая кисть в моем арсенале, даже Tom Ford стоит дешевле. Это все до сих пор для тона, да? Подождите. Блин. Падаем. Так, потом у нас есть такая мини для тона. Это у нас Sonia G.
Она и называется мини. Секунду. Так, это не для тона, это не для тона. Вот это вот спорная, для тона она или для нет. Ну, предположим, это для тона тоже мини. Это рифер 17, и у меня их есть две. Потому что, чтобы можно было солить. Стойте, это нет. Вот это я не знаю. Это называется multi-purpose. То есть для всего, но мы ее тоже возьмем как для тона. Это не для тона. Все. Все остальное не для тона. Мы оставим это в сторону. И плюс у меня есть 5 вот таких кабуки. Когда-то было у Chanel тональник пудра Vita Lumiere в пудре. Вот шли с такими кабуками. Они сняли это с производства. И вообще у Chanel есть способ... И они постоянно снимают с производства хорошие очень вещи, хорошие продукты. В общем, они сняли это с производства. Это просто была моя любимая тональная основа. Плюс у них был тональник, который назывался Vita Lumiere. Не Aqua Vita Lumiere, а Vita Lumiere, который они тоже сняли с производства, который я тоже обожала. И очень многих из вас на него подсадила. А у него такой был dewy finish, но очень красиво на лице смотрелось. В общем, это... И да, у меня таких 5 кабуки. Честно сказать, не пользуюсь. Но они вот у меня лежат, зачем, не знаю, потому что солить, ну, можно. Так, теперь давайте вот эти все кисти для тона мы обсудим. Давайте начнем с простого. Сейчас самая моя новая кисть, которой я пользуюсь, которую я долго-долго откладывала, хочу, не хочу, надо, не надо, для тона, это вот моя самая любимая кисть. Я думаю, что весь YouTube прожужжал уши всем про эту кисть. Вот это моя самая любимая, как я вам уже сказала, BK Beauty. Вот BK Beauty 101. Обожаю, у них такая же есть миниатюрка, но миниатюрку я не покупала. Миниатюрку в плане самой кисти, что она меньше. Очень люблю, она большая. У меня большое лицо, и мне безумно комфортно с ней в использовании. Если сравнивать с Bobbi Brown, то видите, какая она намного больше. Если сравнивать с Expert Brush, то вот можете видеть. Вот, поэтому это... остается. Ставлю в стакан. Плюс у меня есть такая тоже новинка. Вы мне тоже говорили, не заказывай кисти Sony G. Они на самом деле делаются в Японии. Это все делается в Китае. В Китае нет все, что связано с животными, да, как использовать шерсть животных. Оно все... как это выразиться, правильно сказать? Не смотрят за этим правильно. Над животными издеваются. Sony G, если вы зайдете на ее Instagram... когда она делала свои кисти, как она ездит в Японию, она все это показывает, все это рассказывает, она все очень подробно рассказывает, поэтому по соотношению к тому, что рассказывает про нее, и то, что она сама показывает, это не сходится, поэтому я ее кистями пользуюсь, потому что я верю тому, что она показывает, потому что я человек, который доверяет, поэтому я очень надеюсь, что весь натуральный ворс, он срезан с животных в нормальных условиях, а не каким-то издевательским способом. У меня есть такая мини-база. Я пользуюсь ей вот, знаете, вот такими вот всякими стиками, да, вот я беру, я уже говорила, как я люблю стиковыми продуктами пользоваться, я их выкручиваю, вот так вот набираю и тогда наношу. Очень искала долго что-то вот такое вот мини, и вот увидела у нее есть еще кисточка Jumbo Brush, которая давно распродана и должна вернуться, пока еще не вернулась, очень ее хочу тоже попробовать, Jumbo именно для тональника, да. Ну вот это вот у меня для кремовых румян, поскольку она для базы, ей можно использовать все кремовые, как для базы она для меня очень маленькая, да, ну вы видите, по отношению к моему лицу она для меня маленькая, но именно как точные кремовые продукты, там, я не знаю, если мы пользуемся ну, тем же бронзером и тем румянами, то она вообще супер. Вот. Изначально для этого я покупала вот эти вот две кисти от Riffer. Они мне абсолютно не нравятся. Это номер 17. Это также их, вот видите, такая flat кабуки, да, такая прямая срезанная кабуки. А они некомфортные. Они какие-то очень сильно набитые, менее гибкие, да. А тональник вообще это невозможно наносить. Если этой еще можно наносить, но просто некомфортно, неудобно на моем лице, потому что он большой, и для меня это маленькая поверхность, то этим неудобно. Все как-то вообще непонятно как. По сравнению с кабуки Chanel вы можете смотреть, какая разница. В общем, что-то здесь вообще с этой кистью не работает на мне. И даже с румянами, хотя могло бы быть удобно, некомфортно. Поэтому эти две кисти, номер 17, уходят.
вам. Также уходит Expert Brush от Real Techniques. Объясню почему. Сама кисть неплохая, но, блин, я не терпеть не могу их упаковку. Вот эта вот штука нижняя, объясните мне почему, останется липкая со временем. Противно очень держать. Все, что возможно, вся пыльски, волоски какие-то к ней пристают. В общем, меня это раздражает. Потому что сама кисть, да, сама поверхность кисти, очень-очень хорошая, очень комфортная. Они дешевые, их можно достаточно часто менять, хотя нет в этом никакой надобности. Хорошо моются. Где? Хотела сравнить с BK Beauty в плане ворс. Но я хочу сказать, что BK Beauty ворс чувствуется качественно, и здесь он чувствуется более игрушечный, если можно так выразиться. Эти две кисти из-за их концовки. Я, кстати, из-за этого все кисти Real Techniques поменяла или меняла так или иначе, потому что все эти концовки начинали быть липкими, такими противными. Уходят. Дальше у меня есть кисть Tom Ford для тона. Она по своей поверхности очень похожа на Real Techniques. Кстати, Real Techniques я использовала очень много лет и для тона, и для румян, и для всего. Просто они были идеальны в плане использования для меня. А это остается, потому что это моя сентиментальная такая кисть. А Tom Ford, я, наверное, с ними никогда не расстанусь, потому что это были одни из самых первых кистей, которые у меня появились. Самые такие дорогие, первые. И я их нежно люблю, хотя они не самые лучшие. И из них и волоски выпадают, потому что это натуральный ворс. Это, наверное, коза, не холка, а грудь козы, да, вот это. Не буду название вам придумывать, не помню никогда эти названия. Их там есть два. Одно с хохохохоку, а второе с суюку. Одно с холки, которое более жесткое, а второе вот с грудки, которое более мягкое, и которое, типа, более качественно считается. С этих горных китайских коз. Вот. Но это остается, потому что это сентиментально. Это мы откладываем. И у нас есть вот такая вот кисть синтетическая. Это натуральный бренд Эре Перес. Я хочу сказать, что вот по сравнению с Рифером, эта кисть просто, она обалденная. Обалденная, да? Обалденная. Единственное, что мне абсолютно не нравится ее упаковка. Она тоже flat kabuki, но она мягкая. Ей очень приятно наносить любой продукт. Я ее оставляю всегда, знаете, как на всякий случай. Но мне безумно не нравится, как она выглядит. Она выглядит ужасно. Мне нравится белый цвет, мне нравится серебряный цвет. Мне это все вместе не нравится. Но я ее оставляю, потому что ее вот ее ворс, он очень качественный. Да? Ты качественный? Ну, вроде качественный. Вот. Да, будем оставлять. Ладно, отложим в сторону. Мы сейчас сделаем так. Давайте, да. Дальше у меня две кисти от Il Makiage. От одной я была в полном восторге, вот это вот первая, потом я купила себе еще одну такую, ну, чтобы солить можно было. И оказалось, что они немножко разные. Видите, это более объемная, а это более собранная, и мне из-за этого вот это не нравится. Она более набитая, более собранная, менее гибкая, и мне меньше нравится ей носить все на лице, поэтому от нее мы избавляемся. Это мне нравится, она уже у меня вся побитая просто. Видите, вся побитая, потому что она у меня летала. И это мне нравится, я ее оставляю, потому что она очень хорошая. Она очень гибкая и очень хорошо наносится тональник, и я ее пока оставляю. И последнее, что у меня есть две кисти Bobbi Brown для тона Full Coverage Face. Я их обе оставляю. Это была, наверное, очень много лет одна из самых моих любимых кистей для нанесения тона. И она была самая на первом месте. И вот что ее сейчас сменила? Ее сменила BK Beauty. То есть я сейчас, если вы ищете кисть для тона, одну единственную, покупайте BK Beauty. Я не знаю, как вы будете доставлять в Израиль. Хотя доставка от BK Beauty в Израиль стоит $15. Всегда она платная. $13-15. Если вы будете доставлять через посредника, вам будет это стоить примерно $20. Разница, но не такая страшная. Можно пользоваться посредником. Пользуйтесь. Именно сегодня, когда мы с вами разговариваем, у них, кстати, на BK Beauty есть код на 20% на все кисти. Я вот сама смотрю, думаю, купить, не купить. Я хочу у них купить не такую, а вот такую вот. А у них она что-то между такого и такого размера, такая посередине для тональника. Очень хочу попробовать. Но вот, не знаю, пока захожу в корзину, смотрю, выхожу, захожу, смотрю, в общем, пока смотрю. Вот, эти две пока оставляю. Единственное, что у меня было средство от Марио, средство, что это у меня было, как это называлось?
ну, типа бронзер от Марио, что он был такой кремовый, но он был немножко жирноватый. Я им пользовалась вот этой кистью, и у меня такое ощущение, что я эту кисть испортила. Я не помню, какую, одну из них. Я потом не могла ее долго отмыть, чем я ее только не отмывала. И, да, по-моему, вот это вот прямо чувствуется изнутри, что она более жесткая, а это более мягкая. Да, о, какая разница. И чем я только ее не отмывала? И биодермой. Ну, в общем, я пока их обе оставляю, я попробую пользоваться тональником, и мы поймем, какая из них лучше, но вот пока оставляю. Все-таки одна из моих любимых кистей оставляю. Если увижу, что уже плохо работают и как-то полосят или плохо наносят, мы решим. И потом у меня есть вот такая вот кисть от Westman Atelier. У меня с ней не сдружилась. Одна из самых популярных кистей у меня не сдружилась с ней. Походу, у меня вообще не дружится с кистями. Хотя я очень люблю флят кабуки, но вот видите, у меня что-то вот с этими прямыми кабуками все-таки как-то не дружится. Она какая-то мини-гибкая на мне, хотя, видите, так гибкая. Вообще, я не знаю, я ей плюваться хотела, когда пыталась пользоваться. И плюс ее действительно очень тяжело мыть, просто очень тяжело мыть, если вы увидите. Вон, можно видеть, что она до конца так и не вымывается. Я тоже ее что только не пробовала. Кстати, тоже с этим Марио попробовала это и пожалела. Ну, вроде так она гибкая. Но что-то в тональнике, когда я наносила, он как-то вот, знаете, не наносился ни мягко, ни гибко, а как-то вот нужно было его прям втирать по сравнению с этой. Это прямо так вот мягко. Ну, вот да, вот сейчас чувствуется тоже. Ну, вот что там... Это более пышная, она как-то мягче его вбивает, тональник. Это какая-то такая, прям нужно вбивать. Не знаю, у меня как-то с ней не подружилась. Сейчас на нее смотрю, думаю, может, все-таки нужно тебя как-то распробовать. Ну вот тут вот не распробовалась. Хотя, может быть, если бы у меня был какой-то пудровый тональник, может быть, лучше работала. Даже со средствами ее, хотя я сейчас купила их новый бронзер. Не новый бронзер, а старый бронзер, я повторила его. Упаковка. Вот, у меня какой, как он называется? Это называется Beauty Buttery Powder Bronzer. У меня в оттенке Coupe de Soleil, а самый светлый оттенок, помните, с сердечками, это красота. Вот думаю, может быть, попробовать его? Может быть, будет хорошо работать. В общем, попробую. Если не пойдет, буду продавать. Она очень дорогая, у меня даже есть ее упаковка, буду продавать. Вот. Пока оставляю в сторону. И вот что мне делать со всеми этими кабуками? Не знаю. Я вообще кабуки не люблю. Они маленькие, мне неудобно ими вот так вот пользоваться. Мне не... Я люблю больше держать кисть в руке, да, большую кисть. То есть более дальше от лица держать, чем вот так вот. Хотя с рассыпчатой, да, с рассыпчатой пудрой, да, тональником, они были очень хорошие. И я тоже помню, что какие-то они были со временем, какие-то приходили более... менее пышные, более такие packed. Господи, как же сказать это по-русски? Ну, более напичканные ворсом и менее летучие. Господи, я потом вспоминаю. У меня всегда, когда я с ней вижу, блэкауты. Я не знаю. Я думаю, что я... Сейчас мы все потюкаем, потом все придется мыть. О, вот это вообще другая. Видите, вот это такая, а это прям вообще другая. Не знаю, что вам сказать. Они мне нужны все пять. Нет, вы знаете что? Я вот эту одну, да, одну или две. Три точно убираю, сейчас решу, одну, три точно убираю. Ну вот я не пользовалась ими. С того момента, как не было тональника, я не пользовалась. Мне надо это или не надо? Не знаю. Оставляю в сторону пока. Две оставляю в сторону вместе с этой кисточкой. Вот, все. Значит, что у нас осталось? Это все, что я оставила для тона. Опять же, повторяю, кисть для тона, вот эту я сейчас рекомендую больше всего. Это у нас под вопросом, нужно попробовать с ней бронзер. Хотя она мне очень не понравилась. И все вот это. Все вот это у нас уходит. И знаете что? Не буду оставлять кабуки, пусть они все уходят. И вот эта кисть... Да, пусть тоже уходит. Мне не нравится, как она выглядит. Мы избавляемся от лишнего. Мы не хотим ничего солить. Мы избавляемся от лишнего. Так, я себе это напоминаю. Ага, потом видео закончу и все. Знаете, это... Не-не-не, ну да, жалко-жалко. Не жалко. Дальше, что у нас дальше? Ну вот единственное, что жалко пока это, потому что ну столько денег она стоила. Это кисть, блин, мать ее. Я еще долго думала, покупать, не покупать. Купила на свою голову. Давайте дальше. Теперь у нас будет все для пудры, для бронзера, для румян. Все это у меня вместе, все это пользую вместе. Поэтому это все вот просто одной кучей покажу.
все это здесь. И сейчас это тоже все разберем. И первое, на что я уже смотрю, что точно, от чего я точно буду избавляться, потому что никогда в жизни этим не пользовалась, потому что это пришло в каком-то наборе. Это вот такая вот большая кисть от Рифер для чего-то, номер 25, для, наверное, бронзера, да? Понятия не знаю для чего, никогда не пользовалась, она уходит. У меня есть, опять же, сентиментальная кисть, большая, если мне надо, для бронзера, от Tom Ford, номер 05, с натуральным ворсом, напоминаю, ее я оставляю как сентиментальное что-то. Теперь у нас шило на мыло будет одна и та же кисть в миллион вариациях по 100 раз. И здесь самый тяжелый момент, потому что я не знаю, избавляться, не избавляться от чего. Давайте начнем с легкого. У меня есть такая вот дуофибра кисть. Я ее покупала изначально на замену вот этой белой, но она оказалась большой. Потом я купила вот эту вот на замену, и она оказалась нормальная. Что это у нас? Sonia G2 кисти. Это дуофибра. Она немножко большевата, но ей просто шикарно наносить кремовые продукты. Она их наносит на лицо. Это просто искусство. Я уже говорила, что кисти Sonia G, они наносят на лицо макияж, как, знаете, вот беличий хвост наносит водяные краски на лист бумаги. Вот это у меня вот так вот. Так, такое восприятие. Это, конечно, застается, но мне единственное в таком виде, в таком варианте, такая вот дуо-фибра. Тут и натуральный ворс, и синтетический вместе. Она супер, она остается. Также у меня от Sonia G одна из самых моих активных кистей. Вот такая вот флат. Это у меня только для пудровых, да. Вот ей, например, я наношу активно бронзер, да, поэтому я и думала. Куда я все делала? Да-дам, куда я тебя делаю? А вот так. Поэтому я и думала. Вот эту, помните, Westman Atelier? У меня точно такая же от Sonia G есть. Я ей постоянно наношу бронзер, она очень большая для моего лица. Очень комфортная. Ей можно наносить только сухие продукты, мокрые, кремовые. Тональники абсолютно нет. Это натуральный ворс. Покрашенная коза, которая идет с грудки. Мягкая очень. Она не похожа на кисти Рифер, они более колючие, это очень-очень мягкая. Она, конечно же, остается, это вообще у меня кисть для бронзера, для всего. Единственное, что она большевата, даже для меня, я иногда ее как нанесу, и у меня такое огромное бронзованное пятно. Я думаю, что от этой кисти, вот сейчас с вами говорю, о Westman Atelier, я буду избавляться, я ее кладу обратно сюда, и ее буду продавать. У меня тут все есть, поэтому мы будем с ней, мне нужно все это помыть, и я буду с ней избавляться. Чувствовала моя душа не выкидывать ее упаковку, знала, что я с ней расстанусь. Что там еще есть? Ничего. В общем, да, будем избавляться, не буду хранить. Не нужно. Дальше у нас будут шило на мыло, одно и то же сейчас в нескольких вариантах. Так, подождите. Сейчас мы с вами наведем порядок. Так, я вам сейчас покажу. У нас одно и то же. Вот, смотрите. Окей, у меня есть одно и то же, потому что, ну, вы знаете, что я очень люблю румяна. Вот, одно и то же, три. Потом одно и то же, три. Чуть-чуть отличаются, если вы можете. Сейчас скажу, чем отличаются. Габи. Вот, потом одно и то же, четыре скошенные. И практически одно и то же, хотя не одно и то же, вот такие вот яички. Если это можно назвать, сейчас придумаю название. Давайте начнем с этого. Почему начнем с этого? Потому что здесь есть две новые кисти, которыми я, кстати, пользуюсь. И две, которые старые. Почему-то я ими не пользуюсь. И от них я буду избавляться. Это Рифер 18, вот такая вот. Потому что она просто... Я не знаю, что с ней делать. Никогда я не пользуюсь, поэтому я избавляюсь. И точно такая же Хакахуда. Хакахуда номер J5521. Вообще это хорошо, знаете, там для хайлайтера, для пудры под глаза, для тех же румян, у кого маленькое лицо. Да, даже для того же бронзера. Для всего они хорошо. Просто нужно понять, как каждому из нас, каждому из вас, какая больше кисть удобна в использовании, как, там, не знаю, какие объемы лица. В общем, поняли меня. Мне, я не знаю, я никогда не пользуюсь, поэтому их убираю. Но у меня есть достаточно новые кисти, которые я просто хотела попробовать. Как вы поняли, я купила себе определенный такой небольшой набор кистей Sonia G.
4, да, всего, потому что мне было интересно попробовать. Еще есть, как я вам сказала, кисть Jumbo Base, которую я хочу попробовать, ее просто уже нету где-то год, и все время написано coming soon, да, что скоро придет обратно. Вот, в общем, я купила такую, которая называется Designer Pro. Это оказалось кисть вот, для меня, как ни странно, я ее использую намного больше, чем вообще использовала или эту, именно для пудры на зону Т. Очень комфортно, очень удобно. Она такая мелкая, очень удобно ей. А для румян или хайлайтером я не пользуюсь, у меня нет хайлайтера вообще. Для румян она мне менее удобна, я никогда не пользуюсь. А вот именно для пудры она просто стала для меня my go for powder. То есть для пудры она у меня вообще. И потом я купила из ее новой коллекции, она вот такая уже деревянная, да, тоже Sonia G. Это у нас Classic Chic. Я когда на нее посмотрела, я просто, это подалась YouTube, да, купила ее, подалась YouTube. Видите, она немножко отличается, она более такая кверху, более лохматая, да. Это более собранная кверху, а это более лохматая. И она просто как-то идеально стала быть мне для румян. Я постоянно ей пользуюсь для румян. А, как ни странно, сейчас нанесем румяна, смотрите. Она очень мне, короче, стала удобна. Она и расходится хорошо, и она мягкая, и она такая флаффи. В общем, я ей постоянно наношу румяна. Она просто действительно стала идеальной для меня, для румян. Она небольшая, она подойдет на маленькое лицо. Обратите внимание, она небольшая, если сравнить ее. С чем сравнить? С рифер номер 5, да? Рифер номер 5, мы все это знаем, эту кисть, то она намного меньше. Но она какая-то прям идеальная. Бронзер я ей не наношу, она мне маловато для бронзера. Бронзер я люблю поактивнее на все лицо. Вот, это мы оставляем. Да, все. И теперь у нас осталось... Давайте скошенные. Скошенные. О, скошенные, 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 скошенные. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Вообще, у меня здесь есть Bobbi Brown, скошенная Angel Face, которая колючая. Если она грязная, вообще, ее нужно мыть каждый день, потому что она колючая. Bobbi Brown вообще, их натуральный волос, он достаточно колючий. Потом у меня есть Haka Huda. Кстати, Haka Huda, не думайте, что большое имя, это та же коза, та же белая коза, один и тот же ворс. Нет, Хакахуду отложу. И рефер номер 4, который тоже обожаю. Нет, это все остается. Я не смогу с этим расстаться. Это все я люблю. Теперь у меня есть вот это вот немножко шило на мыло. Три кисти, которые... Блин, все летит в разные стороны. Три кисти, которые немножко одно и то же. И я примерно знаю, чего мы сейчас с вами избавимся. Смотрите, у меня есть кисть от Reefer 24. Это более такая... Хотя нет, что-то мне жалко стало избавляться. Но я не пользовалась. Вот видите, лезут волоски, видите? Они лезут, они всегда лезут, чтобы вы знали. В общем, я раньше пользовалась этой кистью для бронзера. Но сейчас я чувствую, что она для меня чересчур dense, чересчур сильно набита, чересчур такая... Нет, я буду избавляться. Я не буду жалеть. И это тоже. Потому что я настолько уже... Сколько? Больше полугода. Я про них даже забыла. Они у меня лежали в этой косметичке, я про них забыла. Я не хочу, чтобы они у меня лежали, солились. Если когда-то захочу. Плюс они колючие. Вот действительно колючие. Уходят. Ну и, конечно же, у меня одна такая остается. Это у меня Tom Ford, который тоже колючий. Хотя он такой колючий, тоже колючий, но не такой колючий. Я вам сказала, что Tom Ford я не избавляюсь. Поэтому одна такая у меня остается. Это абсолютно идентичная кисть. У меня их было по несколько, поскольку я вам сказала, что я не люблю мыть кисти часто. Но сейчас здесь в эвакуации, я их мою каждый день. И вот это я все оставлю. Это все одно и то же. Reefer номер 5. Это, наверное, самая популярная у них кисть. Она чем-то напоминает, как я вам уже сказала, вот это вот от Sonia G, просто более набитая, и она хорошо для бронзера. Если это для бронзера маловато, то это хорошо для бронзера и для чего? И для румян, и для пудры. В общем, она такая абсолютно универсальная кисточка, да. Давайте сравним ее. Вот здесь, если это кисточка-яичко, она вот такая вот. Кисточка-яичко, это я сейчас придумала. Это у нас кисточка скошенная. Ну, в общем, чтобы вы понимали разницу. Вот, это я оставлю. Так, и подведем итог, что у нас уходит. У нас не так много ушло, кстати. На самом деле ушло вот. Вот это то, что уходит. Это все то, что остается. Нет, на самом деле, да, много. Сейчас я это все вытащу. Подождите.
Я вам покажу, что... Боже мой, я вам покажу, что я оставляю. Секунду. Ну, сейчас, подождите, я посмотрю, может быть, что-то еще убрать. Вот, это то, что у нас для румян и всего остается. Давайте теперь быстро поговорим о том, а что вам надо. Что вам надо. Как я сказала, для тона, моя вот эта любимая, самая любимая сейчас, если вам нужно... Если вам нужно что-то для пудры, для румян, я советую Эйфер номер 5. Или я хочу в Бекки Бьюти купить кисточку 107. У кого из вас есть 107? Ее очень советую. Она два раза ко мне не дошла. 107 хочу попробовать. Или Рифер 0.5. Все-таки это 0.5 пока выигрывает. Это для румян баловство. Но очень приятное баловство, Sonia G. Вообще, Sonia G дорогие кисти, поэтому мне их сложно немножко советовать. Но оно такое баловство, очень приятное, как я сказала, очень приятное в использовании на лице. Поэтому я бы, конечно, для пудры советовала или Рифер номер 5, или попробовать BK Beauty. У BK Beauty есть много вариантов. Я вообще все бы попробовала BK Beauty, но, видите, так с доставкой стало некомфортно. Кстати, они по дизайну чем-то напоминают старые Sonia G. Sonia G, она сейчас меняет все вот на такой вот, а старый их вариант очень похож. Вот. И вот эти вот, если честно, я бы вот от этой Bobbi Brown тоже избавилась, но колючая. Я потом буду жалеть, что я от нее избавилась, правда? Я не знаю. Ладно, избавимся. Да. Кстати, Рифер номер 4 я тоже советую. Вот эта вот скошенная кисть, мне она нравится. Очень нравится. У BK Beauty, да, есть тоже такая скошенная синтетическая, которую я тоже смотрю. Думаю, надо, не надо, не надо. Думаю, что больше мне не надо, наверное. У них тоже есть. Я бы тоже, может быть, ее попробовала. Если не ее, то Рифер. Рифер, кстати, доставку в Израиль делает. Доставка очень дорогая, $25. Или нужно покупать минимум. И, по-моему, минимум они убрали. Теперь просто $25, и это очень дорого. Вот, но... Это какие кисти у меня есть, поэтому про это вам и рассказываю. И если говорить про пудру, я бы не покупала отдельную кисть для пудры. Вот эта вот кисть номер 5 Рифер, она и для пудры хороша. А если вы любите что-то, кисть поменьше для пудры, берите Рифер номер 4. Ну, хорошо, для пудры будет работать. Я большие кисти для пудры не люблю, поэтому я немножко не пример. Кисти Real Techniques, как я говорила, мне не нравится их дизайн, поэтому я их убрала все. Там тоже есть неплохой ворс, но мне не нравится их дизайн липкий. Все. Я знаю, что кисти девочки MAC любят, но, если честно, никогда от MAC ничего не пробовала. И не хочется, очень дорого. Все, не знаю, меня сейчас вдохновляют очень кисти, как я сказала, Sonia G, я уже здесь раз это тоже сказала, вот, и BK Beauty. Все остальное, это то, что я оставляю, давайте сложим их сюда. Честно, сейчас смотрю на Bobbi Brown, может быть, избавиться, они мне уже по 10 лет, эти кисти немножко надоели. Ну-ка, давайте отложим в сторону тоже. Так, давайте соберем, что у меня осталось. Значит, Рифер 0.5 одна, Рифер 0.5 вторая, Рифер 0.4 одна, 0.4 вторая. А вот это вот Хакахуда. Хакахуда просто тоже очень-очень дорогая. Кстати, она вся у меня поцарапана. Тоже достаточно старая. Это тоже одни из первых моих таких хороших кисточек. А у меня она достаточно старая. Я ее люблю, я не буду от нее избавляться. Что это у нас? Хакахуда тоже скошенная. Это у меня серия J. Она, по-моему, это серия J, самая дешевая. Из натуральных. Потом Tom Ford. 53. Оставляю. Как это я вам сказала? Оставляю. Не хочу. Убираю. И все Sonia G. Оставляю. У меня не осталось кистей без тональника, кроме этой. О, я все убрала. Ладно, так нельзя. Все поместилось просто в один стакан. Я пожалею. Я потом пожалею, что я это сделала. Нет, давайте еще раз посмотрим. Так, по поводу, кстати, кисточек.
я думаю все продать. Просто возьму вот так все в одну кучу и продам. Кроме вот этого вот. Это вот не для продажи, конечно. Это, не знаю, дети будут играться. А, еще раз, мы смотрим еще раз. Вот эту кисть точно буду продавать. Может быть, мне ее оставить? Не знаю, короче. Быстренько смотрим еще раз на то, что я отложила. Окей, как я сказала, эти три уходят. Кабуки все уходят. Да ну, я пользовалась ими 100 лет, что их храню. Это уходит вообще 100%. Она вообще новая, я не пользовалась. 24 рифер, вот эти две, они уходят 100%. Я потом пожалею, что они уходят. Я потом буду о них жалеть. Окей, сейчас. Давайте так, вот эти две. Да, уходят точно. Бобби Браун. Я бы купила ее заново. Мне кажется, они просто у меня испортились, потому что они у меня старые. China, made in China. Бобби Браун. Бобби Браун все уходят. Рифер 17 уходит однозначно. Рифер 18 уходит однозначно. И вот это вот единственное, что я думаю. Вот, вот это вот единственное у меня под вопросом. Кстати, это этими я также наносила тональник. Потому что я также наносила. Мне просто хочется. Окей, все вот эти три будут под вопросом. Не, ну зачем мне это? Я никогда ей не пользовалась вообще. Не-не-не, Габи, уходит, уходит. Ты никогда не пользовалась. Вот эти две. Потому что ими тональник. Нет, уходит. Мне не надо. Мне не надо их солить. Да, не хватает того, что у меня есть. Единственное, что у меня осталось одна кисть для тональникова. Этого мало. Хотя я использую вообще бьюти-блендер все время. И я хочу ту кисть от Sonia G. И я бы, может быть, поменяла вот это вот. В общем, да, все, решили. Это остается. Все, что показала здесь, уходит. Ну что, ребята, у меня получилось целые 40 минут видео про кисти. Ой, не могу. Ладно, хотя бы сделали такой правильный. В общем, я не знаю, что с этой кистью делать. Оставлять, не оставлять, попробовать ее с тональником. Да, знаете что, сделаем так. Я ее вытаскиваю. Вот видите, как не могу решиться. Не, я решилась, я на все решилась. Я ее вытаскиваю. Я столько в нее вложила. Я так долго ее хотела. Я попробую. Попробую. Действительно, хватает кисти. Так и так не хватает для тональника. Я ее оставлю. И попробую ей пользоваться. Ну все, теперь мне нужен заказ в Вики Бьюти срочно. Ту вот кисть круглую для тональника. Она мне нужна. Все, а что с этим совсем делать? Не знаю, нужно сложить. Ну-ка, интересно, они в сумочку поместятся. Короче, ребята, надеюсь, вам было интересно. А мы сейчас все сложим эту сумочку. О, я не верю, что я расстаюсь со всеми Бобби Браун. Ну, нужно обновить. Нужно. Я чувствую, что нужно. Они у меня лежат мертвым грузом. А, никому не нужны. Вот, смотрите, все. Все пошло сюда. Круто. Все зашло сюда. Даже освободился мой красивый мешочек, в который можно что-то засунуть. Положено сюда косметики. И все мои кисти поместились вот сюда. Вот. Конечно, я сейчас их сложу. И вот Том Форд я увезу домой. Хотя нет, номер 2 для тональника я ставлю. А вот это вот. Вообще вот этим Том Фордом я никогда не пользовалась. Для бронзера тоже. Я не умею такими большими кистями пользоваться. Я покажу, что я увезу домой. Только потому, что не хочу, чтобы у меня здесь было много что. Но вот эти кисти, в которых я уверена, это рифер номер 5 и рифер номер 4. И вот Том Форд. И Том Форд для 0,6. Да, для... Том Форд 0,5 и 0,6. Для Чик. Это был Чик у них такой. Я очень ее люблю, кстати, эту кисть. И вот это вот для бронзера. И вот эти вот я все это увезу. Мне хватит того, что я здесь оставляю. Вот это. Две вот эти вот хакахуда, да, нужно их пользоваться, хочу пользоваться ими. И вот это я, ну, тоже отвезу домой, я сейчас буду оставлять. Все, да, вот это то, что я оставлю. Вот. Да, все, я решилась, шикарно. Я, впрочем, очень довольна, как я решилась, все, вот это вот правильное решение, правильная чистка. Ура. Все, надеюсь, вам было интересно. Я, по-моему, запудрила мозги всем, сама себе и вам, и всем. Надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно. Немножко отдохнула между своими зарплатами. Зарплаты надоели мне эти зарплаты. Не могу. Все, ребята, мы увидимся с вами в следующий раз. Пока. Уже поздно вечером. Я уже смонтировала видео. И, знаете, что по чесноку.
ничего не поменяла, никакое свое решение не поменяло из всего того, что я решила выкинуть. Я все еще раз пересмотрела «Спокойно, не перезаведела». Я так много говорила во время видео, думаю, о боже, как вам будет это долго. Что хочу сказать, единственное, что я вытащила две кисти Bobbi Brown для тона, помыть их сейчас и завтра попробовать использовать одну на одну сторону, вторую на другую сторону, чтобы понять, какая из них испорчена. Одна из них испорчена вот этим средством Марио, да, вот этим бронзером жирным, а вторая вроде бы была неплохая, и вот мне нужно понять, какая неплохая, и та, которая неплохая, я оставлю. Вот, все остальное...